По данной теме выступили сразу три представителя: начальник управления муниципальных закупок, директор департамента экономики, исполняющий обязанности начальника управления финансового контроля администрации Сочи. Говорили об ошибках, которые допускают управление и муниципальные предприятия при оформлении документов на закупки. В ходе 35 проверок выявлено нарушения по 17 объектам. У нас только два муниципальных казенных учреждения, это Сочи Свет и управление автодорог, были оштрафованы, потому что здесь объективно связано с отраслевой спецификой размещения, обеспечения уличного освещения и дорожного ремонта дорожного покрытия, конечно, было немного связано с тем, что они не осуществили закупки, забыли указать, что закупки осуществляются у субъектов с привлечением субъектов малого предпринимательства. Не все благополучно и с другой стороны, со стороны участников торгов. В системе закупок процветает безответственность со стороны поставщиков-подрядчиков, которые выигрывают торги. Например, работы по контракту не выполняются или выполняются частично. Затягиваются сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров. Поставляется некачественный товар, работы выполняются с отклонением от ГОСТов нормативов. Предоставляются поддельные банковские гарантии для обеспечения контракта. Пытаются организовать сговор участников аукциона. Глава города считает это преступной халатностью и указывает своим подчиненным на то, что ошибки могут делать школьники, а здесь это уже не ошибки, а шаг к преступлению. Нарушения в закупочной деятельности, хоть и небольшие, но все же были выявлены в школе номер 26 и в двух стоматологических клиниках. Имейте в виду, если повторно у кого-то из директоров школы это повторится, не обязательно у вас, и вы не будете учиться на ошибках своих коллег, будете уволены. Я просто по-другому не буду действовать. Вы знаете, потому что есть вещи, о которых мы с вами постоянно говорим, да, о нашей деятельности, о нашем соучастии, о том, что вы, именно вы, коллеги мои, должны стать проводниками той линии, что равнодушных не должно быть, что будьте внимательны. Также на Совете по противодействию коррупции обсудили меры информационной безопасности и результаты проверки сведений о доходах и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.